Многим интересно, если купить радиостанцию, то на каких частотах можно общаться без получения разрешения. А все достаточно просто. В настоящее время для гражданской радиосвязи в Российской Федерации выделены три диапазона частот. Это 27 МГц CB, 446 МГц PMR, 433 МГц LPD. Давайте поговорим о частотах немного подробнее. 27 МГц CB, он же гражданский диапазон Citizen Band. Для большого удобства весь отведенный диапазон частот поделен на группы, то есть сетки, как правило, именуемыми буквами латинского алфавита и состоящими из 40 частотных каналов с шагом 10 кГц. Причем наименование сетки может отличаться у радиостанции, и необходимо смотреть в инструкции по эксплуатации. Наиболее распространенных радиостанций в России используется европейская сетка с диапазоном частот 26,965 тысячных по 27,405 тысячных МГц, так как разрешено использовать участок CB диапазона с частотами от 26,960 тысячных до 27,410 тысячных МГц. В настоящее время без оформления разрешений в этом диапазоне можно использовать радиостанции с выходной мощностью передатчика не более 4 Вт с АМ и FM модуляцией. Для связи с дальнобойщиками используют 15 канал с частотой 27,135 тысячных МГц в режиме АМ, то есть амплитудной модуляции. Следующий диапазон – это PMR 446 МГц, он же европейский безлицензионный диапазон, называемый в обиходе как PMR 446. Это подвижная радиосвязь УКВ-диапазоне с частотой в Российской Федерации 446 по нолям по 446,1 МГц с максимальной выходной мощностью 0,5 Вт. В России в PMR-диапазоне частот выделены только 8 каналов с FM-модуляцией. Следующий диапазон – это LPD-433 от английского Low Power Device. Диапазон частот для маломощных устройств от 433,075 МГц до 434,775 МГц. В большинстве стран мира этот диапазон разрешен к свободному использованию с некоторыми оговорками. Как правило, ограничением мощности передатчика и жестко назначенными частотами для приема передачи. В большинстве стран при этом нельзя использовать внешние антенны. В диапазоне LPD-433 работают многие устройства различного назначения, такие как радиопульты для открытия дверей гаражей, автомобильные радиосигнализации, а также безлицензионные радиостанции, которым не требуется регистрация. В России применение радиостанций диапазона LPD-433, так же как и других маломощных радиопередающих устройств, разрешается при мощности передатчика не более 10 мВт. На практике многие продаваемые устройства имеют мощность значительно выше. Формально они проходят требования законодательства при переключениях в маломощный совместимый режим с ограничением 10 мВт. Канал радиостанции этого диапазона располагается на частотах от 433,075 МГц до 434,775 МГц с шагом 25 кГц. Всего получается 69 каналов. Для 8 канальных радиостанций немного другая таблица распределения тех же частот. Так как постоянно меняется законодательное регулирование в области связи, все вышесказанное может поменяться в сторону расширения или в сторону сокращения. Поэтому прошу уточнять информацию. Если что-то забыл, прошу дополнить в комментариях. Полезные ссылки в описании под видео. Всем пока.